17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових медалей. З таким результатом повернулися українські спортсмени з чемпіонату світу ММА серед підлітків. Україна представила 68 спортсменів в різних вікових та вагових категоріях. Загалом у цьому чемпіонаті брали участь діти, юнаки та юніори віком від 12 до 17 років з 23 країн світу. Турнір проходил 3 дня, достаточно тяжелые, тяжело давались бои, серьезные, подготовленные спортсмены. Но вы же понимаете, там были лучшие, лучшие в своей стране. Как и мы повезли очень достойную команду. Одеська область також представила своїх спортсменів на світовій арені. До складу збірної увійшло 9 борців, які привезли 7 медалей. Одне золото та срібло, а також 5 бронзових нагород. Было нелегко, так как это все-таки чемпионат мира. Но я приложила все усилия, так как иду к своей цели. Я хочу попасть в UFC и дальше заниматься в этой сфере. Подготовка была очень тяжелая. Мы готовились где-то около 2 месяцев, тренировались каждый день, иногда 2 раза в день. Во время подготовки, конечно, было очень тяжело и сильно уставали, но... В конце концов, мы добились своего желаемого успеха. У меня было 4 боя, один бой первый я проиграла, но у нас была круговая. Остальные 3 боя я выиграла досрочно, то есть болевым. Бои были сложные, девочки были очень сложные, особенно были девочки сильные из Эстонии и Украины. У командному заліку збірна України посіла перше місце, залишивши позаду команди Росії та Сполучених Штатів, які на минулих чемпіонатах демонстрували гідні результати. Все было без агрессии, все было на высоком профессиональном уровне. И работа тренеров слажена, и команда Украины была очень дружная. Ну и это видно по нашему результату. И на самом деле это большое достижение. И будем стараться дальше и впредь удерживать это почетное звание, быть первыми, лучшими в мире. На цьому українські спортсмени не планують зупинятися. Після невеликого відпочинку знову розпочнуться постійні тренування та підготовки до чемпіонатів області, країни Європи та знову світу.